Всем хай, с вами Айрон, и сегодня мы будем играть в игру под названием... Как называется? Слушай, понимаете... Как называется игра? Ну ладно. Короче, это игра про Рейка, да? Рейк вроде бы. Мы тут уже, по идее, выживать. Ты где вообще? Я тут какую-то вышку нашел. Я забираюсь на нее. Стой там, стой там. Я на вышке какой-то. Так, тут какие-то прожекторы. И тут какая-то камера, что ли. Я не могу ее активировать. А так, здорово, здорово. Ее можно активировать только ночью. И здесь с высоты спрыгнуть нельзя, потому что ты потеряешь хп. Все. Так, ну слезь. Привет, привет. Power, ты скоро ту пельмень. Бай ту пельмень. О, все, я активировал. Все, спускаемся, спускаемся. Ну, да, в принципе, можно давайте. А, стой, подожди, дай спущусь. Все, спускаемся. Аккуратно. И упадешь еще вообще было бы офигенно. У меня фонарик есть. За мной. А, подожди, во, фонарик работает. Ну, а тут батарейки есть? Батарейки есть? Где ты? За мной. Где ты? Я не знаю, я тут возле... А, вот ты. Пошли. Пойдем. Где вы оба? Мы идем в домик один. Ага. Тут есть батарейки в фонарике? Нет, тут батареек нет. А, вот это хорошо, тогда можно бесконечно, в принципе. А, у меня выносливости нету, Че? Сейчас. Я думаю... А, стой! Ночь? Нет, всё, пипец. О, смотри, какой тут графон! Стой, подожди, я прививку сделал, прививку. Стой, подожди. Да куда ты? FN? Так. Блин. А. Ну ладно, пусть такое будет. С этим. Знак... Что? Бля, вообще ничего не видно. Надо, я думаю... Я не понимаю. Я погромче сделал немножко. Я тебя где? Я не знаю, мы в лесу где-то. В лесу. О, дом. Дом. Быстрее. Да я не вижу ничего. Подождите. На дом... А, вот сюда. Я рацию забрал. У меня рация. Вообще ничего не вижу, ничего не видно вообще без фонарика. Я понял, где мы, только я не знаю, где я сам. Закрываем. Ух ты. А как ты свет включил? О, я вас вижу. Нет, там Рейк. Дверь, ты! Закрыл. Я побежал, или он к вам пошел. А подожди, а у нас тут есть энергия у двери, или она бесконечная? Да блин, че он за мной бежит, ты че офигел? Спасайте, пацаны. Так, подожди, что с рацией можно делать? Я не знаю. Так, нет, ну все, мне жопа. Не знаю. Жиза. О, пельмень В. Сталин. Стой, подожди, ты умер? Да, у меня. А чё так... А чё так легко умереть, что ли, тут можно? Да, представляешь, он тебя с трех ударов может убить. Да? Да, просто налегчайше. Так, давай откроем. Не надо, зачем? А чё мы тут будем до утра сидеть? Да, серьезно? Понимаю. А сколько вот тут ночь идет? Минут 5. А, понимаю, просто 5 минут мы будем. Ну чё, рассказывай все. А, у тебя раз и есть. Как ей пользоваться-то? Я не знаю. Я пуч. Видел? А где тут? Ты офигел!
Я только airdrop призвал. А ты возродился? Да, я возродился. А, да? Тут можно возродиться? Такой говно просто. Что там на улице происходит? Я там airdrop призвал, но просто сразу же прибежал. По-моему, это хоррор-игра, нет? От страха со скоростью света побежит. А! Ты что было? Почему тут еле свет горит? Не понимаю, он только за мной бегает. Что со мной не так? Я попрошу. Что так страшно? Что такой красивый, что ли? Он на улице? Давай откроем дверь! Бананчик! Ну как? Как ты там, бананчик? А! Плохо. А! Тихо. На вас рейк пришел? Да, к нам рейк пришел. Он сквозь стенку не пролезет, понимаешь? Нет, ты понимаешь, что он вам крышу сломает и сейчас пролезет к вам. Так что лучше бегите. Крыша сломалась! Лай, давай валим! Валим, все! Свалим! Я не знаю, куда бегу! За мной Рейк побежал! Почему именно я? Ботик. Вы умерли. Ема! Плей! Все, я начал эту игру. А я тоже умер. Так, эту ночь уже никто не пережил. Где я? Где? А что это? Что это за здание такое? Так я базовый лагерь. Ой, я в базовом лагере каком-то. Подожди, я тоже сюда пришел. О! Здорово. Там стоите. Мы стоим, тут какой-то красный свет. А! Блин, я думаю, ты Рейк! Здорово. А тут можно закрыть? Все на вышку, за мной все за мной. Блин, подождите, у меня выносливости вообще нет. Эти не бегал. Я думаю, накопить. Лучше накопить. Он на нас побежит. Да, нам нужна выносливость, а у нас ее не будет. Так что... Аккуратненько, пока нас ничего не тревожит. Мы аккуратненько идем. Такой конвой чисто, блин, из трех человек. Где у нас вышка пропала? О, Эндрюан. Он 40 раз вышел, прикинь. А! У меня, блин, аж... Я бегу, и все. Ты понимаешь, он просто сзади меня все время шел, и ни звука не издал. Я сзади тебя шел, он появился, он заспаунился. Да, заспаунился. Ты куда бежишь, все? Я ищу вышку. Я тоже. Лагерь этот. Опять? Мы просто кругом обошли. А тут можно в лагере, кстати... О, смотри, тут какой-то генератор. А. Блин, я тебя потерял! Сел! Нет! Я тебя потерял! Ты где? Встречаемся в лагере. Я возле лагеря. Я свой airdrop нашел. А, вот, привет. Ну, пошел ты в жопу, ну. Опять он? Да. А, у меня рация пропала! Ладно, я тебя понял. Пошли. Да, конечно. Чурка. Чурк. Зачем мы обходим лагерь стороной? Мам, все. Нам вот сюда. А, по тропинке? А, она закончилась. Бля, у меня выносливости нет. Черт. Дышимся пока что. Да. А куда ты обратно идешь, блин? Петя, включи свет на вышке, пожалуйста. Я не могу вышку. У нас нету вышки. Мы ее ищем. А, вы ее сами еще не нашли. Да. О, птачка. Ой, я нашел торговца, получается, на меня туда. По детали какие-то. Ну, ты Рейк! Почему у нас оружия даже нету?
Не вправду. Сел, ты куда пошел? Да в другую сторону, не знаю, по боку надо как-то идти, я ее там нашел. Просто не представляете, как он мне надоел. Опять эта машина! Дитас, третья глава у меня! О, нет, Петя, иди отсюда, там Рейк. Петя, я сзади. Здорово, не иди туда, там Рейк. Я вот за это самое, я... Он идет. Просто беги. Я на вышку пока пойду. Спасибо, папаша! Да нет. Там Рейк! Сел там Рейк! Да ладно. Че так стрёмно? А-а-а! Откуда ты? Я свет включил, если что. Я почти подох! Понимаешь, смотри, короче, мы забегаем в лагерь, а Рэй бежал за мной. Я выхожу из лагеря, а там Айрон. Зачем ты призвал его туда? Вышка! Все! О! Наконец-то утро! Так, а он утром не нападает, да? Я домик нашел какой-то! Домик, А, это не домик. Ты не вышел. 25 поинтов. Total points 59. А, 60 дали, нифига мне дали. Ты чё, я какой-то генератор огромный нашел. А! Меня током шибануло. А! Меня опять током шибануло. Не знаю. Не знаю, где-то. О! Часть самолета! Я сзади! А, сзади? Что это за самолет? Что это за самолет? Что ты сзади забыл? А, это пасхалка, походу. Ну потому что нельзя не зайти, ничего не сделать. Опа, это стартовый домик. Это домик какой-то. Да куда ты уходишь? Куда ты? Я сюда. Рация! Рация! Я рацию подобрал. Все, хотя бы рация теперь есть. Я по боку иду. Я тут ищу вышку. Потому что она где-то рядом с боком была. Я это помню прекрасно. Так, торговец, здравствуйте. Мне нужно, во-первых... А, все. Я покупаю, пожалуй, часики-то тогда. А зачем? Чтобы... следить, чтобы... Да, купи часики. А мне нужно еще 13 поинтов. Смотри, что у меня есть штука за 900 поинтов. Минута остается. Петя, посмотри назад. А, да до ночи? У меня есть штука за 900 поинтов. Откуда? Откуда у тебя 900 поинтов? Пошли, я тебе покажу. Реально, откуда? У меня 59 поинтов. Вот, да, Петя, 50. Ты где? Я вышку нашел! Иди сюда. Вот, да, иди сюда. Здесь можно подобрать кое-что. Я вышку нашел. Айрон, сюда. Да не, ну ладно, еще на где ты? А! Блин, я упал! Черт. А вот это? Да, возле вышки. Я нашел там пистолетик. А что взять? Ну, возьму бронежилет, пожалуй. Все? Ну да, ты только одну штуку можешь взять. А, вот, это торговец, это торговец. Аирдроп. Это который я это сделал. А, вы ничего мне не оставили, да? Остается 26-25, все. На вот это я штуку подобрал, я могу устанить Рейк. На вышку, пацаны, быстрее. Что мне это дал? Что мне коктейль дал? 12 секунд, быстрее. Ну, успеем. А, наверх собираться? Даже пиздец, твоя жопа, блин, не столкнулась. Жирная жопа. Жирная жопа. Какиш, проклятый. Какиш. А, мы коктейльчику улетел. Ко мне, я опасный. Подожди, а если мы тут останемся? Нас Рейк догонит? Это вот типа, чё? Он придет к нам и изнасилует. Да? Да. Сурая знает. Подожди, а реально он заберется сюда? Или мы можем чисто начать? Придешь сюда и изнасилует тебя. А у нас свет приходит? У нас энергия вообще-то тратится. Так, если что. А, да? Вообще-то да.
Да, я им короче напишу. Чё ты там подвигаешь, а? Сел, блин, я обосрался. Да кто врубает свет, не включай? Я не знаю, ты какой-то чел. Подожди ты. Остаётся до ночи. Ой, нет, сюда. Помогите. Где он? Он внизу? Да. Меня убили. А я тут наверху. А, он залез! Да, ботики, ботики. Тут трупы лежат! Интересно, чьи это трупы, да? Твои! Раты, ты где сейчас? Я как, за каким-то деревом. Я рядом со скалой, я сказал, за каким-то деревом спрятался. От рыка. Я в своей нычке. Я часть поезда нашел. В какой нычке? Так, короче, если, ребята, у нас идет видео, тогда я сейчас скоро приду. Так идет видео. Тихо. А где все? Вот так вот. Блин, а где Рейк? Скоро ты его увидишь, не волнуйся. Тихо. А куда мне идти? В каком направлении-то? Вон кого-то он там уже наорал. Рейк! Понятно. Я себе взял вкусняшки и не знаю, он просто прошел. Я просто убежал от него. Он не увидел, походу, меня. Он меня не увидел. Где вы все? Я на вышке. Ты на вышке? Господи, почему ты такой неожиданный? Я чуть-чуть эту кнопку нажимаю, он просто падает сразу же. А почему? Мне даже не показали, что он тут, меня просто убил. За энергия закончилась, пацаны. Так я еще и чуть не умер от того, что я упал. Ну, ладно. И чё? Чё у меня случилось? Загрузить меня его будешь? Такие крики. А у нас энергия, кстати, закончилась. Я видел. Я понял. Что поделать? Не знаю. Бравл Старс поиграть, что ли? Кстати, ребята, спасибо всем за 86 подписчиков. О, да. Это у всего на канале. А мне за 72. И, кстати, не забывайте подписываться, ведь моя цель там моего дня рождения 100 подписчиков. Бать на подписку. Где мне теперь искать вас? На меня сейчас рейд не нападет? Почему у меня не работает? Вот какая-то девочка. Нет, он сам. Какой-то пацан. Чё у меня жопа? Так, что у меня происходит? Почему у меня, блин, интернета почти нет? Он крикнул. Градусти, кстати, а ты бы хотел ютубом бы заниматься? Нет. Ну, да, но в будущем только. Опа, умер. Так, у нас дикобразик опять умер. Меня бы вообще в моей нычке никто не находит, вообще кайф. Да, и поэтому тебя уже убили один раз.
О, сел! Сел, я тут! Здорово. А где именно твоя нычка? Ничем не смеет. Ты издеваешься, ну? Почему именно я? Почему у меня, блин, этот самый фонарик? Кажется, там ТикТок, Бравл Старс поиграть и т.д. Почему у меня просто фонарик включает? Мне опять жопа. Понимаете. Ты не понимаешь, что со мной не так. Я, наверное, такой красивый, что я на него так. Я ничего не вижу. А, вот. Сел, ты ушел? Еще одна попытка. Сел, он тут! Второй раз я уже умер. У меня убил. О, я нашел это, энергостанцию. Сейчас будем свет включать. Я выжил! Энергию. Ой, ну я всё. Энергию включаю, не мешайте. Жопа, меня убили. А я, короче, тут полумёртвый лежу. Я выжил! Я выжил! Я выжил! У меня несколько хп, я выжил! Снимайте. Раз, два и три. Оба. Почему у меня фонарик галимый, он, блин, выключается, только включается? Реально, она, наверное, такой очень красивый, прям очень-очень красивый. Ты включил свет? О, кто это, кто это, кто? А, привет. Господи, я еле живой. А ты сдох? Какой раз я уже умер, мне интересно. Почему у меня такой фонарик галимый? Тут батарейки есть, что ли? Сел. Какого черта? Да я не знаю. В смысле, я не знаю, блин, у меня, блин, фонарик не работает. У меня галименький. Слушай, как будто я знаю, что у тебя там не работает. Я нажимаю, он сразу выключается. Так, я опять пришел на вышку. Зачем? Молодец. Хоба. Да будет свет. Давай. Года не будет. Будет. Короче, будет. Я пошел к моему братику. А, стой, сел, подожди, меня не зовут, я ничего не вижу. Сел, подожди, я с тобой. Ты где? А, вот ты. Почему у меня реально фонарик галименький? А! Почему я? Почему? Вы угораете? Ты видел, сколько я раз умер? Не знаю. О, день. Все, можно спрыгивать. Уи. Сейчас нужно решить проблему с фонариком. О, все, день, что ли? Колодец какой-то. Все получается. А вот Рейк! Будем заканчивать? Ну да, наверное. Тут Рейк ходит. Мне дали 92 поинта. Вот и подошел к концу этот видеоролик. Надеюсь, вам он понравился. Вы нажали на него лайк. Конечно, нет. И написали свой топовый и хороший коммент. Ну а с вами был я. Меня зовут Витя, Айрон. И до радости. Попрощайтесь. Всем пока, дорогие друзья. Всем пока.